И еще раз перегрузка. Пипец, он спрятался. Быстрее, восстанавливай щиты, молодец. Так, еще раз перегрузка. Что у нас есть? У нас есть гранатомет, 14 зарядов. Поэтому сейчас что мы делаем? Вот так вот. Бах, бах, бах. Прячемся. Ай-яй-яй-яй-яй. Шикарно. И добавляем. Оу, е! Все, теперь можно расслабиться. Так, а что мы возьмем? Ну давайте тогда пистолет-пулемет посмотрим, как он-то хоть работает. А то я же разучился из него стрелять, наверное. Ну, точность, в принципе, тоже неплохая. Ладно, идем дальше. Музыка стихла. Значит, можно в таких случаях расслабиться немножко. Хотя бы ненадолго. Как вообще Эмир вот оттуда вышел? Либо он просто здесь рядышком где-то был припаркован, мне интересно. Все, давайте бегом, бегом, бегом. Времени терять не будем. Еще одна дверь обойти. Блин, везде заблокировал дверь, эта тварь. Ну, доберусь до него. Так. Угу. Здесь у нас рогатка была. Тогда ищем рогатку. Вот она. Все замечательно. Че это Локи творит? Причем зеленые Локи. Ага, 300 раз, блин, успел он выстрелить, е-мое. Так, третья станция нам теперь нужна будет. I hear you, Doctor. We've hit the override at Balkan Station and are moving on. Ooh. Hell yeah. Ну ладно, понятно. В общем, таким же образом, ну, наверное, на станции другого типа нам нужно будет сейчас тоже произвести схожие действия. Поэтому отправляемся. Одно очко опыта получили. Неплохо. За одно задание. Замечательно. Всего там было 300, по-моему, 12, если не ошибаюсь, очков мы заработали. Ну, плюс вместе с дополнительными заданиями мы получили и дополнительные системы, где мы можем искать ресурсы. Это очень хорошо. Снова ехать там надо. 2 километра. Станция Прометей. Ладно, снимем сейчас там изоляцию. Не думаю, что должны какие-то у нас проблемы там серьезные возникнуть, потому что с этой станции видели, ничего серьезного не было. Оу! Так, а куда сюда нужно? Ну да, судя по всему, показывает, вот именно двинуться надо в эту сторону. Погнали. Так, вот там что-то слева есть. Ну-ка, давайте-ка заглянем, что там будет у нас. Хотя нужно вот туда было дальше. Ну, ничего страшного, подождет. Тут виртуальный интеллект и профессор Арчер. Так, шикарненько. А вот тут, по-моему, пусковые установки есть еще. Приближается противник. Ага, вот они. Ай-яй-яй, красота. Ну все, все, вломись. Орудие от сервера. Блин, уничтожили. Давай, 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 давай. Молодец. Так, высадиться можно здесь как-нибудь? Так, а вот это что такое? Взорвали? Или что? Не, нифига. Может, высадиться можно? Или наоборот? Нельзя. Это вообще что-нибудь можно здесь сделать? Кроме просто того, чтобы просто здесь полетать.
Я думаю, что нет. Ну ладно, тогда убираемся отсюда. Полетели обратно. Возвращаемся на траекторию необходимого нам маршрута. Давайте, полетели, полетели, полетели. Так, что, через водопадик, что ли? Нужно рвануть. Ну ладно, как скажете. Надо так надо. Так, здесь тоже, по-моему, закрыто. Да, пройти туда, пролететь никак не получается. А что если здесь рвануть? Или там... Нет, там пустота, к сожалению. Ну, здесь какие-то, видимо, специальные входы, я предполагаю. Наверное, если мы с вами отключим изоляцию на станции Прометей, нам необходимо будет вернуться сюда, чтобы самым кратчайшим путем проследовать до третьей станции Атлас, где нам нужно будет отключить виртуальный интеллект. Вот здесь направление верное, шикарно. О да, наконец-таки высадимся на этой станции. Надеюсь, либо может быть еще опять придется лететь. Там просто идет сейчас загрузка на следующего уровня. Может быть и так. И берем мы с вами... Ну, давайте возьмем, наверное, Джек и Тейна. Добавить Джек, добавить Тейна. Прикольно. Придется сейчас распределить в том числе очки у них. Ладно, у Джек 5, подопыта 0. Приобретаем здесь здоровье плюс 10. А, дальше не хватает одного очка, к сожалению. А у Тейна 8, у него бросок можно прокачать полностью. Смотрите, мощный бросок. Ну да, конечно, мощный сделаем бросок. Пусть лучше так. Сильный бросок. Мощный или сильный бросок. То есть даже вот здесь различие какое-то было. Так, и деформацию тоже качаем. Одного очка не хватает, чтобы приобрести третий ранг. Ну да ладно, все, погнали дальше. Ну и что дальше? Да, снова летим. Видите, как печально все получилось. Good luck! Да, нельзя пробить. Щиты там есть. Ну ладненько, давайте потихонечку спускаться. Аккуратненько, аккуратненько. А что если вот сюда мы с вами пролетим? Что будет? А, нельзя. Смотрите, все заблокировано. Так а что, если мы сейчас вот эти генераторы уничтожим? Но они тоже за щитами спрятаны. Как действовать тогда в этом случае? Ой! А, все, я понял. Он отображает здесь наведение. А вот сейчас вот мы просто уничтожаем. Опс, убираемся отсюда. Бах, бах, бах. Так, этот генератор мы с вами уничтожили. Давайте сюда подберемся. Оп. Ну-ка, наводи свою пушечку. Давай, давай, давай. Вон она. Ой, блин, 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 блин. Прикольно. Все, должен снова сейчас навестись. Ну, блин. Уничтожь защиту вот этого генератора. Прикольно. Yes. Можно убираться. А, полетели к следующему. В такой же системе все уничтожаем здесь. Давай, давай, давай. Медленно, правда, видите, разворачивает гаденыш. Ну, сейчас развернет, мало нам не покажется. Упс. Прикольно. В очередной раз все складывается так, как нужно нам. И, наверное, последний генератор. Давай, давай, наводи свою пушечку. Прямо на меня. Уф! Успел. Обалдеть. Я уж думал, не получится у нас ничего сделать. Да. Yes. А теперь вот та пушка у нас осталась. Бляха-муха! Офигеть. Орудие гетто. Да, серьезная мощь у этого орудия. Однозначно. Ну все, вот мы его уничтожили. Замечательно, теперь можно...
можно высаживаться. Фух. Да, такое напряженное задание было, друзья. Так, биотику. Что мы с ней делаем? Обширная ударная волна. На трешечку ставим. Сильный бросок. Оп. И, наверное, этого будет достаточно. Жалко, нет оглушающих выстрелов. Плюс 800 платины здесь получаем. Неплохо. Блин, корабль гетов. Это будет страшновато, честно говоря. Но в то же время интересно. В том числе посмотреть на то, как у них здесь все устроено. Слушайте, я думаю, нужно сохраниться. Так, аккуратненько. Аккуратненько. А здесь что? Ну, он за щитом спрятанный. Журнал исследований где-то можно прослушать. Так давайте сейчас этим и займемся. Ага, вот отсюда они гетов, значит, брали. Для своих опытов вот этих. Очень интересно. Ну, Цербер, да, везде имеет свои связи, смотрите. И даже корабль гетов где-то нашли. И запустили сюда своих ученых. А нам-то в какую сторону сейчас нужно идти? Ну, вот прямо получается. Так, прямо, прямо и куда? А, что-то нажать, наверное, надо. Страшно. Бля. Блин, напугал, гаденыш. Маловато будет. 375 кредитов очень мало.